Полковник Курт Хансен мертв! Повторяю, Курт Хансен мертв! Это черный день! Сойки здесь нет. Грузовик пуст. Видишь что-нибудь? Тут что-то есть. Цифровой след? Какая-то призрачная аура? Ты видишь это благодаря вашей соми-связи. След черного заслона должен привести прямо к ней. Тебе надо вытащить ее, Ви, чтобы помочь ей и тебе. Она нужна мне живой. Вся электроника сгорела. Начисто. Из-за аварии? Похоже на саботаж. Думаю, все это взламывало сами. Не без помощи черного заслона. Я перед воротами, через которые прошла Соми, но их не открыть. Должен быть другой путь. Осмотрись там. Если долго смотреть в бездну, она тоже начнет смотреть в тебя. И мне ее взгляд совсем не нравится. Он как будто намекает, что назад мы не вернемся. Точно хочешь туда идти? Обязательно все превращать в трагедию. А как же то, что нас не убивает, делает нас сильнее?
А еще лучше, кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому не стать чудовищем. И что это типа про меня? Это про Сойку, балбес. Неужели тебе все нужно разжевывать? Девчонка продала душу демонам из-за черного заслона. Теперь попробуй пойми, кто ждет тебя внизу. Она или демоны? Ничего, скоро мы это выясним. Логотип Милитеха. Откуда бы ему тут быть? Подключись-ка к терминалу. Кажется, я знаю, где ты. Подключаю тебя. Это секретный военный объект, построенный еще до дата крэша. Для киносуры. Погоди, расшифрую данные. Помнишь журналистку Бри? Записи, которые она нашла, похоже, отсюда. Тут проводили секретный проект. Киносура. Цифровой аналог атомной бомбы. Ответ Милитеха на арасаковский душегуб. Просто корпорации в очередной раз решили помериться хуями. Соми говорила про это место. Здесь нейтраннеры Милитеха погружались в так называемую глубокую сеть. Погоди, а здесь-то ей что делать? Она не случайно сюда приехала. Она не убегает от нас, Ви. Она хочет подключиться напрямую к заслону. Там же такой объем данных, что... Вижу, ты до сих пор ничего не понимаешь. И никогда не поймешь о нас. Тебе не приходилось терять себя. Часть за частью. Поэтому ты предал. Я потерял связь с Ридом. Это из-за тебя. Рид уже однажды отнял мой мир. Я не позволю ему. Без него будет лучше. Остановись, позволь нам помочь. Ты еще веришь Риду? Так намного проще, да? Они обманули тебя. Ты тонешь и хватаешься за соломинки, но течение сильнее тебя. Со, Майерс, их обещания не помогли. И тебе не помогут. Может, ты и права, но я готов рискнуть, потому что выбора у меня нет. И ты это знаешь. Послушай себя. Ты говоришь совсем как он. Рид живет в мире полуправды, который сам и создал. Ай, стой. Сойка, зачем ты? Сойка. Thank you.
Девчонка обрубила нам связь. Или разбудила внизу то, что сделала это за нее. И вот мы спускаемся все ниже и ниже в кроличью нору, в самое сердце тьмы. Надеюсь, у тебя есть план. Я планирую спасти нас с тобой. Ничего не поменялось. Нас с тобой. Ты имеешь в виду себя? Авторизация пройдена. Добро пожаловать, Сонсуми. Запущен перенос прав доступа. Вы... Да? Что такое? Она здесь. Пытается установить связь с биочипом, но... Мне кажется, что она не одна. Ты про черный заслон? Джонни? Джонни? Перенос завершен. Уровень доступа наивыше. Что такое? Это еще что? Я управляю всем. Я не дам тебе пройти. Дальше. Они тебя видят. Кто они? Сойка? Ты выпустил по нам ракету. Столько людей погибло. Майерс вообще чудом выжила. Мы так не договаривались. Сойка. Этого требовала история. Твой план был слишком мягким. Мой обеспечил результаты. Ты меня обманул. Да неужели? Где я? У тебя нет пространства для маневра. Ты отсюда не выйдешь, пока не сделаешь, как я скажу. Достань мне данные из главного сервера Киносуры. Тогда и только тогда. Вы? Что за приколы, Сойка? Какого хрена ты мне все это показываешь? Показываю нашу связь, осколки моей памяти. Забавно, что со мной остался только тот, кому я доверяла. Кто предал меня? Да. Я не хочу причинять тебе вред. И никогда не хотела. Я оставляю тебя здесь. Тут безопасно. Действует протокол изоляции.
Управление осуществляется через терминалы Альфа и Браво. Терминалы... Можно вырубить их, чтобы отключить дистанционное управление. Доступ запрещен. Действует протокол полной изоляции. Заперта. Она перекрыла все выходы отсюда. Серверная. Может быть, там получится снять блокировку. Действует протокол изоляции. Управление осуществляется через терминалы Альфа и Браво. Не хочешь меня пускать? Значит, придется отрезать тебя от этих систем. Не делай этого. Терминал Альфа отключен. Протокол изоляции служебных коридоров отменен. Осталось недолго. Я могу задержать их, но они... Позволь мне... Просто... Ты не понимаешь. Ты не можешь... Черт. Сойка, что это было? Действует протокол изоляции. Управление осуществляется через терминал Браво. От физических повреждений он защищен. Даже поцарапать не выйдет. Должен быть другой способ. Может, заглянуть под него? Ви, пожалуйста, позволь мне... Нет, Сойка, с меня хватит. Терминал Браво отключен. Новый протокол – частичная изоляция. Она пыталась остановить тебя,
Уже поздно. Слишком поздно. Теперь ты наш. Они тебя убьют! Беги! Для тебя все кончено. Мы тебя видим. Голова очень кружится. Наверное, я боюсь, вдруг мне не станет лучше. Наркоз действует. Все хорошо, Суми. Теперь расслабьтесь и закройте глаза. Вы видите, доктор, как красиво. Теперь посчитайте от 10 до 1. 10. Да 9. 8. Пациентка под наркозом. Начинаем. Замок вырублен. Терминал сгорел. Починить вроде можно. Попробую перенаправить питание. На один раз должно хватить. Замок вырублен. Терминал сгорел. Починить вроде можно. Попробую перенаправить питание. На один раз должно хватить. Замок вырублен. Терминал сгорел. Починить вроде можно. Попробую перенаправить питание. На один раз должно хватить.
Жизнь состоит из фрагментов, которые уже не собрать воедино. Перестаньте! Хватит! Ты не можешь увидеть целого, пока остаешься его частью. Ты ищешь здесь ответы, но задаешь неверные вопросы. Прямо как я. Не поэтому ли ты рано или поздно теряешь всех, кем дорожишь? В этом бункере и поехать недолго. Но ты и сама знаешь, наверное. Ничего себе. И все это создали еще до дата-крэша. Сверхчувствительные датчики, термостойкая броня, гидравлика. Жаль, что теперь всем рулит черный заслон. Thank you.
все закончится быстро. В этом бункере и поехать недолго. Но ты и сама знаешь, наверное. Ничего себе. И все это создали еще до датакрэша. Сверхчувствительные датчики, термостойкая броня, гидравлика. Жаль, что теперь всем рулит черный заслон. Быстро. Терминал Сьерра отключен. Остался один терминал. Надеюсь, эта железная хуйня меня не обнулит.
Жизнь состоит из фрагментов, которые уже не собрать воедино. Перестаньте! Батя! Ты не можешь увидеть целого, пока остаешься его частью. Не бойся смерти. Когда тебя не существует, бояться нечего. Точки доступа должны быть еще у инженеров и безопасников. Ты пытаешься выиграть время, напрасно тратишь время, теряешь время. Не бойся смерти. Когда тебя не существует, бояться нечего. Thank you.
Ты отказываешься сдаваться, хотя тебя предали все. Может, ты бежишь, потому что боишься узнать правду? Нет! Не слушай, что они говорят! От нас не скроешься.